сегодня встретили Яри Кури, пятикратного обладателя Кубка Стэнли и по совместительству генерального менеджера хоккейного клуба «Йокери». Тут у него так много Кубков Стэнли. Неужели он не жалеет, что Гагарин это пока что не выиграл даже с командой? You have so many Stanley Cups, but no Gagarin Cup. Do you feel sad about it? Well, we had 2 years to try that, you know, and of course always disappointing not to win, you know, but and getting knocked out in the first round, but next year's coming up pretty soon, and we had a lot of change in the team, you know, 30 new players, new coaches, and hopefully we can get the more steps. Ну, как видели, рассмеялся мистер Кури. Да, действительно, уже два сезона пытаются. Дальше первого раунда пока не проходили, но собираются они в этом сезоне обновить полностью свою команду, даже тренер новый, поэтому очень они даже готовы и ждут новый сезон. What are you expecting from the awards today? Who's going to be the best coach? I always have to be from the championship team, so pretty simple the choice. Thank you so much. Thank you. Enjoy your evening. Но на самом деле он просто выберет команду победителей и, наверное, думает, что лучший тренер станет Илья Воробьев, потому что он выиграл Кубок Гагарина.